сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент опасного сближения военных кораблей США и России в море. Кадры были сняты с борта участвовавшего в инциденте американского крейсера «Чанселорсвилла». Это первое видео данного инцидента, ранее публиковалась только фотография, на которой запечатлены два корабля. Ее опубликовала на своей странице в Twitter корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Стар. Она отметила, что это первый доступный снимок произошедшего. Судя по кильватерному следу, американский крейсер шел прямым курсом. А вот российский большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» сделал резкий поворот вправо.